играли в пас, играли на быстро, все делали. И вместе все сложилось в эти 5 голов. Вы волновались перед игрой? Немножечко было. Что тренер попросил перед началом игры? Перед началом он просил пас играть на скорость и все. И не делать много брака. Вы мне вчера пообещали, что сегодня забьете. Так и получилось. Да. Мы забили. Забили особенно вот в большинстве 2 гола. В большинстве и 3 гола красивых ранов составов. Можно ли сказать, что «Спартак» заслуженно выиграл в своей стартовой встрече на турнире? Можно. Потому что мы как-то были лучше настроены, чем «Северсталь».